Ай, палец укусил. Водок и с ним гулять. Симбочка, отпускай. Синёчка, хочешь гулять? Что? Все, снимается. Учи свою маму снимать на камеру. Нет, мама умеет снимать на камеру. Всем привет, ребят, меня зовут Артём. Я хозяин котика Симбочки, Симбочки-младшего. Вы, наверное, видели нас где-нибудь в ТикТоке. У нас 5.8 миллионов подписчиков, может быть, уже больше. Вот несколько видео, которые, возможно, вы видели. Это Симба-младший, уже сосулька. Козюлька? Сосулька. Какашулька? Сосулька. Я уже понял, месяц назад я помещался в эту кружечку. А теперь уже не влезаю. Вау. Это наш YouTube-канал. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Сегодня мы с Симбочкой будем гулять на поводке. Он первый раз у нас будет гулять... по улице. И мы посмотрим на его реакцию. Симба, пошли. Гулять. Сегодня съездили в магазин, купили ему такой поводок. Он еще ни разу не гулял. Он у нас все время дома сидит, в отличие от Альбатра и Кая, которые постоянно гуляют. Он у нас не гуляет, потому что ему нельзя. А почему нельзя? Потому что нельзя. Понятно. Мы сейчас будем одевать на тебя вот эту штучку. Сейчас мы оденем на него штучку, посмотрим на реакцию. Садись. Так. Поменьше, да? С этой стороны. Симба-младший. Так, мы сначала оденем на шею вот так. Ай, палец укусил. Вот здесь под ноги, под передние лапы. Так. Оп. И вот теперь за эту железную штучку можно цеплять поводок и с ним будет. Я тигр на под... Давай сейчас найдем наш поводок. Вот у нас красненький поводочек. Кстати, Симба совсем не привык к этой штуке, слушайте, он на месте просто стоит. Зад немножко сдает. Он не привык еще к... Это на меня одели. Симба, ты теперь у нас собачка. Привыкай. Теперь ты будешь гулять в платочке. Напиши в комментариях, где он должен прогуляться. Ну, я думаю, пока он будет гулять только у нас. Может, в Москву? В Москве? Кто хочет, чтобы Симба прогулялся в Москве, пишите. Нет, он против. Смотрите, как он нос делать начинает. Оп. Симба. Симбочка, отпускай. Кстати, ему это не больно, потому что это ему, ну, как бы, не сильно затянули. Когда я вот так его поднимаю, ему не сильно давит. Пойдем гулять. Ой, пусть он сам идет. Пошел. Ой, молодец, Симба, давай сам. Кошачий протест. Кстати, у нас есть такие очки. Мы уже снимали несколько видео с Симбочкой младшим. Ведь для человека они немножко маленькие. Но если на котика, они прям идеальны. Смотрите. Оп. Так. Идеально. Сели. Я крутой. Сегодня очка хочешь гулять? По-моему, он против. Ну, кстати, когда на нем эта штука, он так не двигается. И очки на нем идеально сидят. Потому что он даже не пытается их смахнуть. Ой. Ну, как-то вот смахнулись. Сейчас я попробую Симбочку младшего заманить, чтобы он хотя бы на корм побежал. Но он, смотрите, он вообще не двигается, лежит в одном месте. На нем эта штука, видимо, неудобно так сидеть. Он обычно сразу бежит, все это он лежит. Вот эту штучку. Симба младший вот такой хотя бы поставил. Начинаем с маленьких шажков. Дай понюхать сначала. Пошел. О, прогресс. Молодец, иди, ничего страшного, иди кушай. Какой-то хвост подозрительный появился. Давайте пойдем уже на улицу. Сейчас мы пойдем вниз на газончик гулять с Симбочкой младшим. Симба-младший готов? Давайте сначала посадим его сюда. Я аккуратно, если что, я его держу, тут все безопасно. У нас тут вот такой вид красивый. Симба-младший, сейчас тут все следует. Пошел. Стрекозка полетела. Как все интересно. Тем временем Бусь уже воспользовалась вкусненькой едой. Альбатре, вкусно? Давайте теперь попробуем сделать так, чтобы Симбочка-младший спустился с лестницы вниз. У нас тут есть такая каменная лестница. Так, давай, Симба-младший, вот. Это твое первое препятствие. Пойдем. Пошел. Мам, посмотри, самолетик там прилетел. Нам соседи закинули самолетик. Надо сейчас закинуть обратно. Ой! Что-то он у меня вернулся на родину. Закинь.
Надо вот так, так, так. Ой, я его закинул на нашу крышу. Пойдем, пойдем. Надо вот так, так, так. Я понял. Че, может, мы его на дерево посадим? Здесь там кайт. Катик. Иди сюда. Ой, зевнул. Так, давай теперь мы поиграем, кто быстрее, Кайта или я. Мы с Кайтой поиграем в догонялки. Сейчас попробую догнать. Так, ты пока подержи Симбу. Сейчас с Кайтой поиграю в догонялки. Он очень быстро прячется в кусты, поэтому сейчас попробую его догнать. Ты пока надержи Симбу. Снимай очень быстро, потому что мы сейчас будем быстро бегать. Сейчас попробую поймать Кайта. 3, 2, 1. Сразу из-за элемента неожиданности мы сразу поймали нашу первую добычу. Ничего себе, добыча. Катя, давай, учи Симбу гулять. Так, 3, 2, 1. Так, давайте посмотрим, Симба пойдет сейчас. Первой прогулки Симба продолжается. Сейчас попробуем Симбу развлечь, чтобы он побежал хотя бы немножко, хотя бы метр прошел с помощью вот этого фломастера. Я его просто кину и посмотрим. И посмотрим, как Симба за ним побежит или не побежит. Ты поводок сними, тогда побежит. Нет, я не могу. О-о-о! Как интересненько ты стала. Маленький таракан. Ай! Царапай, папа, палец, палец. Вижу, вижу. Там кошачья мята. Смотри, как терется об этой штуке. Кошачья мята, скорее всего. Ладно. Фломастер пока что не сильно работает, но хотя у нас уже есть прогресс. Симба побежал один раз за фломастером. Давайте попробуем что-нибудь другое. Это же не Кайта. Кайта любит у нас воду. Сейчас Кайта здесь прибежит. Ты как пугаешь. Бежит, бежит. Водичка. Это аквакот. Аквакот. Ну все, выключай. Даже аквакот уже потерял интерес к воде. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось, чтобы было больше таких видео. Всем пока. Ну, подвинулся.